Сегодня отфотографировала вот эти вот три работы. Буду выставлять на свои площадки торговые. Вот эта картина с Венеции. По похожей фотографии я уже рисовала картину и продала на eBay. Не очень дорого, но и работа небольшая. И вот решила сейчас повторить работу, немного изменив тональность, освещение, чтобы работа была бы более оригинальной. Потом я нарисовала вот такую абстрактную бабочку. Бабочка была у меня нарисована в 2020 году. И картина 4 года у меня не продавалась. Она лежала и на Etsy, и на eBay. Но в итоге она продалась на eBay. Картина та была написана на холсте, на подрамнике. И бабочка была на подсолнухе. Ну, а тут я такую сделала работу в более абстрактной форме, более толстыми мазочками. Ну, даю ей шанс. Потом я еще нарисовала вот такой морской пейзаж с домиками. Домики, маячок, зелень. Ну, вот такое побережье. Почему-то рисуются у меня именно морские пейзажи с домиками. Я не знаю, в этом году мне так почему-то хочется рисовать. Начиная морской пейзаж, потом что-то надо домик добавить, надо кустик посадить. И в итоге получаются такие веселенькие пейзажики с красными крышами. Картины высохли. Ну и вот буду выставлять сегодня. Решила снять коротенькое видео. Может, кому-то интересно.